Салют тебе. Салют. Просто интересно. Это вот такие блоки делаете, да? Да. А форма там, да? Да, да. Может, да, посмотрим? Да, да. А, спасибо. Здравствуйте. Сальмасси. Добрый день. Добрый день. Интересно? Mm-hmm. Можно, да, посмотреть? Mm-hmm. Это такие блоки, да, делаете? Там под землей, да? Да, да. А вот такие квадратные блоки делаете здесь, да? Да. Хорошо, в тень, то есть хорошо, не жарко, да? Интересно. Здравствуйте. Угу. Также можно кирпичи сделать, да? Купить? Нет. Вокзал вот этот маленький, зеленый. А, это все вокзал. А, значит, там... А там вот то кафе, да, какое? Вот кафе. Ресторан. А, ресторан. Угу. Вот новый ресторан. А, АК, там как называется? АК. А, тоже ресторан. Угу. Прикольно. Кафе, а новый, новый. Красиво, вон львы стоят. И там лев. А, киткина. А тут да вот этот песок, камни, да? Как называется? Щербет, да, или как? Щербет. Щербет. А оттуда вы щербет, да? Потом сюда блоки делаете, да? Ком. Ком? Ком. А, ком. Ком, щебет, семен. Вот, и вот в день сколько таких можно сделать? В день сколько штук? Здесь 100 штук делаете один день? Один день? Да, с утра до вечера. Тысячи делаете? Быстро. Один, два, три, четыре, пять. Пять уже сделали. Пока стоял, уже 10 штук сделали. Ну да, получается за 10 минут 10 штук. Хорошо. А потом высыхает сколько? 2-3 дня? Высыхает, когда сухой, уже 2-3 дня, да, да? И можно дом строить, да? Да, да, можно. Все можно строить. Да. Это хороший. Да. Это, наверное, сами сделали, да? По-моему, да? Киптами, пахнуть. Майли. Майли. У вас много ресторанов строится? Да. Кафе, рестораны, кафе, ресторан. Той-той. Ой, ну у нас много. Когда родишься, да умрешь, тоже той. Как зовут? Дюдик. Дюдик, ну что ты там меня кавкаешь, а? А, Дюдик? Очень хорошая. А я тебе на мяске не была, поэтому ты кавкаешь на меня, да? Вся жизнь твой, да? Капишь, капишь, и твой пойдешь. Цены очень хорошие.
больше на продукты. Я вот овощи возьму. Пучок, вот это базилик, пучок 50 сибирского. А в городе у нас 250-300. Представляете? Вот укроп, петрушка, здесь где-то 50 сибирь. Вот приехала в Туркестан. Вот, сейчас мы в мавзолей пойдем, посмотрим. Небольшой город Туркестан, на первый взгляд. Посмотрим, что там дальше, как будет. А нет, агентство безопасности. Банк. Мир бургер. Дуниесе. Приехала я на маршрутке. Вернее, не маршрутке, а на машине. А всего заплатила 200 тенге. Вот, это чуть меньше доллара. Что-то строят, а что строят, интересно? Надо спросить. Сальмесве. Сальмесве. Мнау не мнау? Университет? Гостиница? А, куна. State Historical and Cultural Museum. Mausoleum or Hoja Ahmed Yesui was inscribed on the World Heritage List of July 2003 by UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Государственный исторический музей, государственный исторический культурный заповедник музей Азрет Султан, мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, 3 июля 2003 года внесен в список всемирного населения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Туркестан, тарихи музеи. Туркестанский исторический музей. Это выход. Куда выход? На улице уже. А, на улице уже. Какое здание огромное. Это мне нужно. Соки, кока-кола.